Oi. Заходим в игру. Она вот их заходит. Мы тоже приглашаем сейчас. Давайте мы позвоним. Постоянно что-то у нас отваливается. Запускаем стримчик. Алло, алло. Что сегодня? Алло. Раз, раз. Так, ну Раз, раз, раз. что-то какая-то беда со связью. Ну, надеюсь, ты обновился, и сейчас нормально все будет. Да, все, я зашел. Не, у меня просто только не входило. Так. Парни же не русские, да? Нет, это, по-моему, сейчас. По-моему, это немцы какие-то. Сейчас давай я гляну. А, ну тут не написано, написано Европа. Вот Драгвиль. Ну да, немцы точно. У них сайт в зоне D. Да и, собственно, по словам было понятно. Professional EU team playing for German organization Dragville. Ну, типа, Ну, да, то есть типа. можно спокойненько обсуждать, кто что будет делать. Ну да. Ну тут на самом деле, несмотря на то, что это такая говнолига, здесь куча дружеских команд, причем таких, которых мы и не встречали вообще никогда. Вот те же Драк, видимо, это что-то из новых каких-то организаций, потому что я их не помню ни на одной лиге. Всякие Mad Corps, там еще там какие-то, ну и куча старичков. Да сейчас. Вот те Это, же. по-моему, просто половина людей позабрасывали StarCraft, поэтому половина людей, которые были топ-мастерами, резко стали ГМЛами. И они теперь выглядят так круто. Кстати, да, надо было, забыли посмотреть, что у них там по составу. Вроде как сюрприз говорил, что там жесткие какие-то тиранчики, в частности вот этот вот товарищ, с которым сейчас ИК играет, Вордикс. Вот. Ну, надо было проверить, почекать на наличие ГМЛов. Вот, знаем, как показывает Этот не практика. ГМЛ. Этого прочекал. Ну, как показывает практика, нам, в принципе, даже ГМЛ сейчас не помеха. Так что вот так, что игра нас ставит пилончик, стоит гейтвей у себя, здесь тоже барак, газилка. Карта, кстати, Каталена у нас не в текущем она ладдер-пуле, причем даже не в текущем, не то что не в текущем ладдер-пуле, но уже, по-моему, два сезона как не в ладдер-пуле. Вот. Но на этой лиге ее используют. Потому что карт вместо особо говенных карт прошлого сезона, ну и карт нынешнего сезона, которые практически все не очень, мягко скажем. Вот. Ну, по крайней мере, из тех, на которых мне доводилось играть, все карты были не очень. Я, по-моему, играл на Терраформе, играл на мостах и играл Но они такие, на брудуаровские чем-то похожи. на. Да, хотел сказать. Так, что-то там на стримчике у нас пулькает. Себя громче, его тише, тебя еще тише просят. Окей. Просто дело в том, что, блин, у меня и так вот на минимум практически стоит громкость вот этих звуков игры и звуков окружения.
Вот, и в частности, тебя тоже должно быть. У тебя просто слишком громкий микрофон. Это, наверное, стоит Давай я как-то подкручу подбавить. там. Давай попробуй чуть подкрутить. Потому что у тебя слишком громко слышно, видно. И на стриме тоже народ жалуется. Раньше была проблема, что тихо слышно, теперь наоборот громко. Ну, то есть, если у тебя усиление стоит, то можешь просто снять, там, на один пункт ниже поставить. А если без усиления, то тогда не знаю. Тут тем временем запилили КСМ-ку. Злобные коробки Моторхеда. Тиран, в принципе, разведал здесь все, что их делает. Что, в принципе, все стандартно, никаких фаст-технологий вроде как нету. Вот. Не видел, кстати, пилончик, который вдалеке ставит. И сам он выходит по стандарту в ЦЦ-шку. Вот. Добавляет плюс 2 барака, здесь реактор. В общем, сейчас меня подишь, что должно быть слышно. Ага. Но могу еще меньше сделать, но вижу задержкой. Не, слушай, еще меньше не надо. Я считаю, что я думаю, что так нормально. Сейчас я тебя просто чуть громкость верну обратно. Вот. Угу. В принципе, должно быть все хорошо. Скажи что-нибудь. Раз, раз, раз. Раз, два, три. Не, надо чуть потише. А еще та так скажи. Раз, 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 раз. Раз, два, три. Ну, в принципе, нормально должно быть. Слушай, я забыл. Да, слушай, я действительно забыл. Я опять забыл картинку снять. Ну, в этом самом вообще. И тут пока что начало народ будет любоваться на то самое, на классную медичку. Вот, I'm sorry, guys, I forgot to switch the scene because I'm crap из-за тыка. Тем временем геройский Мазеркор разведал, убил оппонента полностью. Убил одного рабочего, сейчас еще убьет Рипера. Вот. Он улетел на 20 хп. Вот. Но он не видел Теран игра. Ой, в смысле, третий барак он не видел, он видел только два барака. Ну это понятно, тут как бы могло быть просто. Могла быть факта, а могло быть три барака. Ну и могло быть третий ЦЦ ранний. А, причем он еще и улетел, не телепортировался. Я смотрю, у него мало жизни, да. Двух опсов заказывает. Иг. Здесь тем временем Тиран. Кстати, к счастью, не играет, он в дроп мин, вот что очень хорошо. Потому что любит нас. Ну да, Тиран играет в такой пехотный сейф. Будет под пуш. Со стимпаком и щитами, скорее всего. Кстати, а чем контрится дроп минок? В смысле, вот так вот по билду, по стратегиям роботиксом и апсом, по идее, они прилетают, все равно могут бабахнуть. По фотонке в рабах. Фотонке в рабах. Ну и реакции, соответственно, потому что. Угу. Вот, вот. А если, допустим, ну, то есть получается, что дропмин он тоже, в общем-то, сейф. Потому что ты не можешь пойти наказать тирана за это. И что? Не, почему можешь? Там блинк сложно отбивать. Угу. Ну правда, там блинк только его подловит, потому что если ты, блин, конечно, в мины, ты всех отдашь. А так, если ты аккуратно будешь сталкером по одному отмикривать, то можно вообще избежать урона. Ясненько. Там, кстати, да, как-то показывал, была тут какая-то затяжная игра, и чувак показывал, как он против мин просто блинк сталкером разводил, мина стрелял, а он просто блинкался от заряда, и в итоге получалось, что мина разряжалась, сталкер он не получал. Ну, сейчас так уже каждый просто умеет делать. Ну, тогда да. Тут, кстати, колосос от игры. Добавляют еще гейтвей, фотоночку сейфовую в рабочую. КСМ, кстати, ничего, в общем-то, здесь не разведала. Вот, и уже пошел первый колос. Оппонент просто копит пехоту, сидит дома, чего-то ждет, тут даже бункер он поставил себя на базе. Но Теран... Да, Теран разведал, что там будет блинк-пуш. Ну, разведал, что делается блинк. Вот.
Да, действительно. ИГГ решил сыграть в обманку, стал развиваться в макро. Да, блин, кстати, он сделал, между прочим. Ну, тут блин для одного сталкера. Вот, он не стал вкладываться в армию. Для двух сталкеров, то есть сейчас получается, что просто 45 боевого лимита у нашего соперника, 28 у ИГА. Вот, и вот обсервером он палит выход, тут как раз уже второй колосс подспевает, без дальности, по-моему, правда. И в психов он еще делает. Его сейчас нужно варпать войско, потому что иначе просто могут прийти и накуролесить в лобишнике. Ну хотя, в принципе, с двумя колоссами, я думаю, это отбивается без проблем. С фотон верчаржем, со всем прочим. Где Мазакор, кстати? Мазакор висит на третьем, вот это нехорошо, нужно его домой возвращать. Не терять кору только ни в коем случае, но вот это фейл был. Странная игра, потому что без фотона верчаржа тут будет отбиваться неприятно. Или даже с колоссами. Есть, кстати, псих, можно. Да нет, на рампу делаются два филда. Вот, псих ловит дроп и дает ему фидбэк сразу. Ой, какой и хороший. Все, нет никаких проблем. Вот, видишь, те самые два филда. Колосс и все. Ну да, и давай просто. Все терн уходит. Ну, конечно, на по-папски был дроп пойман сейчас. Фидбэком, блин, пом. Что-то какой-то не такой грозный терн, мне кажется, как мне кажется. Ну, как его сюрприз отрекламировал вначале. Тут, кстати, уже мне кажется, раз. Мне кажется, раз сюрприз их знает, значит, ему их кидало. Значит, это не очень серьезный соперник. То есть, если сюрприз их кидало, значит, они не очень серьезно. Ну, может, у них просто жесткое ТВТ какое-нибудь особо. Тут, кстати, пошел второй старпорт. Из реактора делаются медиваки. Не, ну на самом деле. На самом деле, Теран пришел, задержал очень сильно третью базу у Протоса. Своя у него уже. Ну. Да, ЦЦ у него стоит давно. Уже давно работают мулы. У него уже рабочих есть на три базы. Вот. И в принципе он оказался в неплохом плюсе. Единственное, что у ИГГ есть плюс по грейдам, и что у него же есть штормы, а у Терана до сих пор нет гастов. Ой, не отдать бы сейчас колоссов на мейне. Ой, вот это будет больно. Потом это хоть помогает, но все равно покусит просто колоссов все. Да, это будет два колосса. О! Ну один выживает. Нет, да, все равно. Ну, Тиран фактически все войско свое на два колосса разменял. И там чуть-чуть. Всего остального. Во, наконец-то я разобрался с подсказкой. Но он начинает шатать, сейчас убьет третью. А, еще сильнее вырвется из этого плюс по экономике. Не убьет, а да, успевает ИГГ вернуться. Здесь есть колобок один, который станет неплохо. Здесь психи. Кстати, с маны. Или что, без маны? Без маны. Сейчас бы пси буквально. Правильно, через 3 секунды будет шторм. Терпеть нужно, тут уже пехота красная, один пси, второй пси, хороший пси. Нужен давал, конечно, на кисок, чтобы отбить. Вчера, кстати, глупо сделать то, что он не покусил. Если бы он запокусил вот сейчас, потом он бы его, конечно, добил. А так просто он здесь отдается, нужно дела вообще добрать. Добрать вас дела там. Да и все. В принципе, ну, главное, что их третий свой отстоял. На каких-то краполях Тиран убился, отдал кучу своего боевого лимита. Лимит, кстати, сейчас боевой равный. Ну, ИГГ нужно сейчас вспомнить, перевести со второй базы рабочих на треть. Вот. У Тирана, кстати, на второй тоже перебор рабочих. Тоже бы перевести на третью не мешало. И сейчас, скорее всего, от ИГГ пойдет как... Хотя нет. Опять Тиран выходит, опять получает лили, опять заходит. Просто сделают с ногами. Все, нагибают, разрезают. ИГГ забыл строить дальше апгрейды. Вот, теряя все преимущества, которые у него было.
2-1. На 2-1 получается. Вот, и больше грейдов просто не делает. Тиран делает 2-2. Второй апгрейд на армор, точнее. Медивати, кстати, вообще не копится у тирана, получается. Постоянно ему их подбоевает. И 5 штук вот здесь, то, что настраивается с двух старт-портов. Вот, кстати, викинги пошли штамповаться. Ну зачем? Колосс вот эти тот не строит. Точнее, массово он их не клепает, он больше психу делает. Вот, сейчас бы скорее гасят ним пригодилось. Он просто по 4 колосса сейчас компует. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, минус колосс просто на халяву. Какая боль. Давик вывает все, минус все психи. Ну и вообще, конечно, это был очень печальный марш. Как подловили Игор своего войска, и просто это марш на следующей старте. А так все вроде неплохо шло. Керном тем временем уже стоит 4-я база. Ну, у психов сейчас будет энергия на шторм. Ну, давай, давай, давай. В принципе, если будет очень удачно шторм, то можно и отбиться. Но тут как бы у Терна преимущество по всему. И по грейдам получается, и по экономике. И медиаков много скоплено, их нечем убивать. Извлечен от колоссов. Игбе тоже не может, потому что летает 4 викинга. Не первого колосса тут же убьют. И скорее всего это, да, КГ для наших процессов. Ну, вроде все так неплохо начиналось. Не, ну как, он отбился-то хорошо в начале, но, как я тебе говорил, Терн этим очень сильно задержал третью базу у процесса. Ну и за счет этого вышел в плюс по экономике. То есть вот можешь открыть скорость добычи ресурсов и увидеть, что вот, что по чуть-чуть из-за этого стал Терн опережать. Ну и потом уже поставил четвертую. Ну вот у него чуть-чуть опережение, потом такой резкий скачок сразу под конец. Все. Сейчас тогда подумаем. Неблагая тогда следующим сетом еще одно ПВТ выстроить в исполнении Смита. Ну лучше, наверное, спросить, кто больше верит в свои силы, Энигма или Смит. Ну, у Энигмы с тиранами так себе. Это так себе, ты знаешь примерно так же про то, как, ну, в общем, так же, как про мои матчапы. Ну, я знаю, что у тебя ЗВЗ неплохой ЗВТ. В общем, такое. Ну, вот этот чувак у нас мастер ТВТ 60%. 55% ПВЗ, о, ТВЗ и 53% ТВП. Ну, я не знаю, я считаю, что Игорь смог вполне протащить. Вот. Может, даже если бы не вот этот вот последний выход его неприятный понадавался.
Вот, какие у нас карты остались? У нас остались кактусы, кода, дедвинг, эхо, потерянная экспедиция, железная крепость и ванийская станция. Так вот. В принципе, зергов у соперника нету. Чтобы там Энигма свой чудо-страту втащил на лане. Смит будет сейчас играть. Идем мы карт поднимем. Там что, два тера на два протоса? Да, там два тоса, два тера. Ваня выбирает Смит. О, так. Окей, давайте создадим. Так, придется искать через карту вообще. Низкая исследовательская станция. Прыгай ко мне. Так, на стриме все нормально. Начинается у нас второй сет. Напомню, кстати, да, что это у нас... Ой, я запись забыл включить. Рестрим на Twitch идет. Да, рестрим на Twitch идет. То есть потом я просто с Twitch, получается, вытащу это все дело и все. Научился, кстати, я с Twitch вытаскивать записи трансляции нормально уже. А не через кэш браузера с последующей перезаливкой. Вот, да, напомню, что это у нас StarCraft 2 Альфа Лига, это заключительный тур. CMX играет против команды Dracvil, немецкая команда. Вот, идут они на третьем месте в этой лиге, мы где-то там в десяточке. Вот такие же зацепились. Вот, видите, счет Кланлага у нас 0-1. В пользу команды Дракрикс. Вот. Борикс выиграл Лига. ТВПшечку на Каталине. Вот, и сейчас Смит будет попытаться его, наверное, таки дарками жахнуть. Как он любит это делать, почему бы и нет. Главное только от мин не затерпеть. Ну хотя, если тиран здесь не особо любитель подроб, то все, я думаю, будет неплохо. Делается барак. Здесь тоже барак. Чекает прокси с мин. Да, надо еще за эти, за кустики заглянуть. То мало ничего. Вот, ну тут, в принципе, все стандартно. Ставится газ. Барак достраиваться будет Рипер, по видимости. Ну, скорее всего, будет тот же самый Вилдор, что и в прошлой игре.
принципе, Reaper реактор и сниматься рабы с газа. Ну да, в принципе, зачем как бы менять там выигрышный билд. Ну, я считаю, что это будет на самом деле хорошее развитие событий, если Терн сыграет так же. Ну, в смысле, не с таким же итогом партии, а по такому же билду. Вот. Потому что это лучше, чем мина. Ну, в принципе, Терн предпочитает играть без гастов, а против армии без колоссов контрить ее минами и пехотами с пехотой с грейдами. Ну, проблематично. Так что, в принципе... Ну, посмотрим. Смит обычно хорошо играет через штормов. Да. Смотрим, что будет в этой игре. Почти запилилась КСМ-ка. Один удар. Можно забрать раба. Можно было сделать ему пробкой. Минус ануть КСМ-ку. Кстати, не снимает рабочих с газа в этот раз Терн. Делает будет реактор. Что-то опасное. Сейчас, скорее всего, пойдет в Factory. Уже собралось-то газа на нее. И будет тот самый пресловутый дроп мин. Да ладно. ЦЦ-ха пошла. Пошла ЦЦ-ха, да, и пошла Фактал. Рипер убил одного рабочего, продамажил второго, и не дает он просто Мазеркой сейчас лететь в разведочку, что было бы неплохо. Кстати, забыл, практически сейчас, правда, смотрю, не использует выход силы сталкера Мазеркор, как оно еще недавно было достаточно популярным. Ой, второго раба минусует. Но при этом отдает Рипера. Да. Решает стерна разведки. Скорее всего, СМИ также сейфово играет, сыграет, как и на прошлом клонваре. Через Роба и Фаржу сейчас добавит. Угу. Вот. Он, кстати, Тиран, кстати, спалил Роботикс. Ну, то есть, если бы Рипер там отдался до того, как кто-то какие-то технологии поставит, то было бы, конечно, много лучше. Ну, на самом деле, это ни на что не влияет, потому что Терн уже меняет свой билдордор поздно. Ну да. Робы котов, заказывается сумичный совет, делается опция, это ему переход дарков потом. Отдает Смит сталкера на мине. Но зато он знает, что там есть мина. Да. Добавляет фаржу, скорее всего пойдет по фотонке в рабах, но они не успеют до прилета первых мин. Ну тут главное будет рабов убрать. Он будет вовремя рабов брать, второй оп сделается, первый. Ну оп сервер первый не, уже есть. Не летит, кстати, он вот, выходит на позицию Смит. Угу. Вот он стал на второй базе. Сейчас еще станет на мейне также с обсервером. Угу. Вот заказывается по фотоночке, но опять же они скорее всего не успеют. Но есть оверчарж, есть сталкер. Угу. Ну тут главное мин просто, главное просто рабов успеть сдернуть до того, как мин надо сдал. Вот, и все, в принципе, будет в порядке. Тут уже Даркшайн заказывается, кстати. Он достаточно видимом месте. То есть, если Терн будет дроп, то его вероятнее все спалит. Пошел дроп. И рабов нужно уводить. Ай, просто реагировать смерть, к сожалению. Бабах, минус 4 раба, по-моему, минус 5 рабов даже. Ну не так много на самом деле, могло быть намного хуже. Да, и палец так. Но пали Даркшайн. Неприятно. Мину там, кстати, убили. Ну вторая мина взрывается в хорошем месте. Можно там словить случайного сталкера или перевод рабочих. Ну опс тут есть. Все прекрасно видит, и по идее сталкером. Это мин убивается, будет получено. Да, минус. Вот, но зато и дарки здесь уже не зайдут. Получается. И пробка просто на халяву заезжает на мейн к Терану. Палец в контору. Mm.
ниндзя тоже погибают. Да, очень хорошо Теран заметил, вот по силуэтикам. А, обычно мало кто обращает внимание и не видят дарков в том момент, пока они не начнут что-то убивать. Тут значит, прям на мове так поймал и просветочкой всех убил. Значит, на ультре играет. Я думаю, что Смит их не решил туда вартнуть, на... А не, если у него была призма, почему он не полетел, не вартнул прям на базу? Может, испугался. Ну и что, тут викинг летает. Как бы, все равно не факт, что долетел. Да, теперь стоит проблема, как Смиту отбиваться во лбу. Потому что Тиран сейчас делает кучу бараков, Тиран сейчас будет выходить на третью и параллельно давить. Вот этот у него выход тут идет. Неприятный. Вот если бы наш протас на третью локацию выходил, то ну, были бы у него большие проблемы. Вот, но дома он здесь отобьется, в принципе, без вопросов. Просто запас филдами отсидится. Вот, а там уже ему подоспеет еще плюс 2 гита. Ладно. Потомка, если что, есть. Две штуки. Дарки бы, кстати, могли тут чуть-чуть понизить на ходу. И, кстати, посмотрите, ран халявит, не делает он турель. И просто Дарк заходит в рабочих сейчас. У турели есть рабах и... Кривые пострелды. Он успел рабов. Смерть затереть. Это... Лут да. Очень четко понимает Теран, куда, где в данный момент сконцентрирован Протос. То есть да. Он видел, что Протос контролит Дарком, значит в этот момент, скорее всего, его камера сейчас не на мейне, и можно попробовать забежать. Начинает ниндзя гид. Нам то надо. Запилить эту ветку. Лучше рабов фокусить, потому что... Да. 6, 7, 8... Вам подробнее вот этого не пострадать, еще один ниндзя варпается. Вот. И рабочих обычно его спасать. Не, ну, в принципе, на текущий момент ситуация примерно ровная. Вот. И все будет решаться. В макро. Да, третью, кстати, Тиран так и не посадил. Но зато тут разводят. Убивают рабов. Неприятно. 5 рабов там, 5 рабов сям. 6 рабов. Ну, он может просто натуралы перевести рабочих, как будет везде поровну. Куча, мне сейчас... кстати, куча минералов у Смита скопилась. Нужно их куда-то вкладывать. Может прокси Нексу какую-нибудь попробовать поставить. Тут опять дроп. Опять злопакостная мина. Попытка не попросить Нексу, чтоб... Ой, там еще две мины, оказывается, было. И где-то и 14 рабов погибло. А где? Да ладно. Или это за два вот этих дропа получил, или получились 14 рабов? Я чуть не понял. Ну, с момента прошлого дропа количество рабов не уменьшилось. Скорее всего, это было раньше. Просто табличка висит, 14 рабов, я что-то не видел, где 14 рабов погибли. Ну, опять дальше все пытается Тиран разводить. Вот, своим войском. Тут уже медиваки красные. Тут летит еще два медивака. И третья нычка, да, выставляется. Смит тем временем тоже третью локацию выставит. У него два колоса. Видит Теран, что у Протоса нет никаких технологий, кроме колосов. Добавляет второй старпорт. Добавляет вторую инженерку. Я не понимаю, куда Смит сейчас пошел вот своей толпой вот этой. Он хочет что ли разменять свой третий Нексус на третью локацию Тирана? Я так понимаю, и потом просто реколом вернуться домой? Или что? И в чем здесь прикол? Третий Nexus он дает. Он хоть на третью локацию поднимается, а на третью локацию, и сейчас, да, и сейчас, скорее всего, реколом просто домой вернется, есть у Мазеркора энергия, но главное этот Мазеркор сейчас не потерять здесь! Ой-ой-ой, вот это будет фейл, конечно. Ну,
Ну и в общем это Миндерсмит, по-моему. Все, давай я его шатаю. Давай, да он что-то уже надоел. Давай коду. Давай коду. Да, такие вот дела. Так, ну что, начинается у нас третий сет, счет 0-2, не в нашу пользу, к сожалению. Вот, и у нас ТВЗ, CMX Run GG против ДКВЕ Вортикса. Так, карта у нас кода. И Рамин, наверное, будет какой-нибудь пуш изобретать интересно. Ну, посмотрим. О, 2 ТВ мы сегодня видели в исполнении наших протусов и тирана соперника. Не очень, к сожалению, удачный счет 0-2. Ой. И бой вступает Райан GG. Главный у нас тут скальпатор ГМЛ. Один из главных. Делается барак тирана, газилочка. Здесь пул, кстати сказать, пул до хаты 14, пул до хэтчера играет Райан. Интересно. А, ну возможно это будет просто оббегание собаками вот так вот. Вот и на попадание на ЦЦшку, если там будет всего-навсего один випер, который пойдет в разведку. Вот. И при прочем стандартном развитии. Вот. Делается хата. Поехал раб. Кстати, видел раньше то, что там раб выехал. Вот и сейчас. Кажется, дрон и 4 собаки. Ну иначе просто зачем был ранее. Пул достаточно. Нет, это видимо что-то другое. Что-то интересное сейчас будет у нас. Показано, делается газелка, вылезает вывер.
Клина еще нету, кстати, до сих пор здесь раб приезжает, видит, да, что газ есть, клины нет. Видите. Идет и здесь делается ЦЦ. Видите, кстати, раньше там ЦЦ. Второй витер не делается, базисно. И делается пристройка, видимо, это будет реактор. Помогите. Ну, вот, реактор для посты. В том деле. Гоняется и там антурал, клина вторая. Сейчас вылезет. Вот и строится, строится дальше дрона. Окей. Здесь пошла факта, да, и это будет факта с реактором, то есть это вот продакшн делеонов. Вот. Возможно потом банша. То есть в принципе пока намеки на стандартную тему от тирана и не совсем стандартная тема от зерга. Делается мув, делается рачатня вот на 36-м, 32-м, 36-м лимите. Вот. А здесь 30, то есть это будет рочлинг какой-то атака, и это будет 30 от тирана. О как. То есть у Равина есть, в принципе, очень-очень неплохие шансы. Вспоминаем, как он вытащил кланвар. Собственно, уже не помню, по-моему, прошлый. Ой-ой-ой, и Рипер как четко сейчас ловит с королевой. Вот, не разведал он рачатню, он, по-моему, увидел только... Там, по-моему, даже не увидел, снял ли тиран рабов, снял ли зерк рабов с газа. Вот. И это очень-очень хорошо, на самом деле. То, что будет тиран абсолютно не готов, тиран 30C играет. Вот. Делает геликов. Первым, кстати, геликами уже едет сразу. Надел магу. Вот. Да. А Равин уже построит рабочих. Ой, построит рачей. Будет готов. Будет готов катать. То есть атака будет без бейлингов. Вот. Раньше она будет. И Терант успешно по ряду, да, тыкает бункер. Раз, одного бункера будет маловато. Да ладно, или что, он наверху, что ли, собирается обороняться, подниматься, ЦЦ обороняться наверху? Да, это будет понятие, ЦЦ оборона наверху. Ставится по лаборатории на фактер, на факторке, и будет оппонент здесь. Будет здесь оппонент пробиваться бункером и танком. Если так, достаточно будет стоить. Да, блин, вот, кстати, если бы была атака с бейлингами, то... Это был бы, без проблем сломано. Стеночка. А так тут просто имба починка. Пусть их равен рабочих. 10 рабочих уже минусы. Блин, все время потихонечку поедает. Поедает стеночку. Короче. Перед рабов тут бункер готов. Бункер фокусится, но рабов-то уже мало. Ломится, 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 падает стеночка, собаки врываются, рачи. Яд, это минус, это минус. Да ладно, нет, не минус бункер. Минус бункер. Минус, еще куча, 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 куча рабов. Выходит первый танк, и будет он сейчас, да, сейчас отбиваться, но без раскладка. У меня отбиться, это беги, дорогие друзья, сейчас становится 2-1, равен. Изи, вообще. Вот, затаскивает этого тирана, об которого убились два наших топовых по итогам ВКЛ протоса. Кроме него. Изтерм, ну да. Окей. Да, это, кстати, к вопросу о хождении в 30C против Равина. Вот.
играл этим сюрпризом, примерно такую же тему пытался исполнять против него навык АЛ. Он сказал, что не, говорит, против меня уже не катит, я с вороном наиграл. Вот. То есть вот кое-какая польза. Кое-какая польза все-таки есть от игр с акланами. Приучают не халявить. Ждем следующего игрока от команды. Драквиль. Есть у них комп, есть у них Раптор. И есть Навада. Ну, Навада, скорее всего, играть. Скорее всего, будет, если играть, то не сейчас. Он занят там какой-то кастомной игре. А здесь. Давайте. А, да, кстати, давайте баланап пробегусь. Вот. Совсем я про этот момент забыл. А если уж мы, раз уж мы начали с наших соперников, давайте. Вот, и продолжим. Первый, наверное, не в Тиран Вордекс. Протос Намада, Тиран Комп. Достаточно сильный, кстати, товарищ. И Протос Мрапта. Вот тот Симик сегодня первым играл в Моторхед, он же Ик. Вот. Второй равен GG, третий 7XF, то бишь я. Вот. Четвертый Тиран Сюрпрайз. Вот. И два Протоса, Смит и Энигма. Вот. Думаю, что я сегодня буду все-таки в запасе. Слишком-слишком жесткие типы против нас играют. Смит уже сыграл. Вот. И скорее всего это будет правильный Энигма у нас еще сегодня вставлять. Ждем, ждем мы следующего игрока. Давайте мы что-то разборчик прекратим. Да, походит будет Навада играть следующим сетом, потому что просит наши соперники подождать, и у них единственное, кто в игре, это вот этот Протос. Или не, Мраптор будет играть, окей. Вот. Так, где у нас карты остались? Давайте сейчас скажем. Кода была. Ну, у нас Каталена была, Кода была, еще и Ваня была. Эхом. Эхо выбирает Мраптор, и это у нас будет ЗВП. ЗВП на эхе. В принципе, хороший. Хорошая идея. Правда, там, в принципе, сложно с черепаховым протосом, который просто сидит, копит три нычки. Потому что очень сложно не дать их ему занятий, и протосу очень легко их оборонить на этой карте. Приглашаем в игру Равина. Приглашаем в игру Мраптора. Thank you.
Ждем, ждем. Мы пока Равина. Видим, пошел посмотреть матч хистори своего соперника. Вот, я так понимаю. Да, Рейди. Вот, и у нас начинается третий сет Кланвара StarCraft 2 Альфа Лиги второго сезона. Последний этот тур, последний Кланвар на этой лиге. Вот, встречается команда Семикс против команды Дракель немецкой. Счет 2-1 в пользу наших соперников. И у нас ЗВП на карте Эхо. Кстати, не увидим, наверное, мы больше ни Эхо, ни всяких Катален, Дедвингов и прочих таких уже, можно сказать, даже олдскульных. Ну, не олдскульных, все-таки старых карт. Потому что заканчивается эта лига, а в других лигах Мапус предпочитает брать ладер, но никакой бы он странный не был. Поехали. Сверху появляется голубой зерк Синикс. Равен GG. Снизу проявляется оранжевый протос Дракфиль Мраптор. Вот, и специалистом Батоса у нас, по-моему, является здесь Тимми. Хотя, в принципе, Равен тоже вроде как говорил, что какой-то убер стиль выработал. Там что-то через собак инфесторов с филдами, когтем и слонами. Вот, ну вот сейчас как раз и посмотрим. Пошел пилон. Здесь. Скорее всего будет пул хэтчери. О, что еще? Что еще такого интересного сказать? Стартовала у нас внутриклановая лига. С призовыми. Вот, в отличие от прошлых разов, в этот раз что-то все так, смотрю, бодро достаточно идет. Почти половина игр уже сыграна. Вот, ребят, достаточно активно, несмотря на то, что на групповой стадии было отведено 2 недели. Вот, за первую неделю уже практически половина игр. Уже достаточно много игр сыграно. Точнее, не прошло еще и первой недели даже. Вот. И результаты можно посмотреть у нас на сайте. Вот, до 19 числа по их расписанию должны идти группы. Точнее, одна группа. Каждый с каждым. Вот, топ-6 выходит в плей-офф уже, который будет играться с 20 числа. Ну или, возможно, чуть раньше, если все игры будут отыграны в срок. Да, после пула Райан выходит на хэтчере, чекает фотончика. Возможно, какие-то пилончики. Ставит хату здесь. В общем-то, гейт, кибернетка, козилка. Вот и все, стандартно при стандартном. Окей. Делается газ. А здесь сейчас идет просто Nexus. Да, Nexus. После кибернетки до без зелота без всего. Пошла кора. Если бы это были какие-нибудь линги с мулом, то можно было бы очень неплохо Эфортиса наказать. Пока нету стеночки. Да, даже, в принципе, столько-только заложенной стеночкой. Прибежать его сожрать. Протос, кстати, вообще не разведает. Вот, не видит он, что делает зерк. И летит сейчас. Не, Мазеркором тоже даже не летит. Решает нехть, решает вообще от рандома. Решает играть в гадайку. Или просто исполняет свою тему на пофиг. Потому что, я же говорю, что вдруг там какие-нибудь линги со скоростью, или там какой-нибудь ранний пул. Что ты будешь делать? Тут лэр, кстати, достаточно ранний. Интересно. Интересно, интересно. Надеюсь, это не какая-нибудь фасмота, нет. Тут уже рача не ставится, ведь, скорее всего, будут рачи. Уж с рачами. И рингами, или может быть это будет пуш.
закопка или, по-моему, не было закопка, это против терна. Не знаю, в общем, посмотрим. Делается валюшка. Кратос до сих пор вообще не ведает, что происходит. Зачем, в принципе? Ну или зачем?